Итак, всем привет, с вами ДПК, мы продолжаем играть за Японию в ДНО. И тут у нас взорвалась Индонезия, сейчас будем заниматься. Экономика у нас идет очень на уверенный рост. В общем-то у нас уже и профицит, и ВВП реально растет. Все, в общем-то, отлично. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы же продолжаем Японию делать вновь великой. Смотрите, пока что мы вообще добровольцев отправить не можем, может в будущем сможем. Так или иначе, прямо сейчас точно нет. Ну что ж, я полагаю, все наши взаимодействия будут сейчас здесь. Да, Индонезия в огне, появляется еще одна страница кризиса. Смотрите, какое волнение есть, есть эскалация. Ага, то есть волнение это у нас внутри, что ли? Ну ладно, контролировать воздух и море. Разведка звучит так себе. Фотка звучит неплохо. Видите, мы здесь увеличиваем эскалацию и волнение. Вот волнение, наверное, нам лучше не увеличивать. Эскалацию не уверен. Республика, каждый член фракции. Вот давайте, наверное, СВО, так сказать, СВМ начнем. Организация атака звучит полезно. Паназиатская риторика. Вот это недовольство. Недовольство мы стараемся не повышать, пожалуй. Уменьшится, кстати. Вот это полезно. Недовольство опять-таки уменьшится тоже. Нам это подходит. Увеличить гарнизоны. Вот это еще подумаем. Пока что не сильно спешим увеличивать это все. Наверное, можем еще вот это закинуть вот туда. Мир тоже был иллюзией, конечно. Можем туда послать старое снаряжение. Давайте-ка. Эскалация у нас все растет и растет. Да, довольство уменьшится. Давайте им еще туда под азиатская риторика. Но на этом, пожалуй, все пока что. Либерия на нас пытается давить, но нет. У них нету реальных рычагов давления на нас. Поэтому, увы, но нет, мы им никак не поможем. У нас здесь есть проблемы с перами, но потихонечку мы эту проблему решаем. Нет. Но мы сказали нет, так что нет. Мы. Испания опять просит, мы опять говорим нет. Это как из той самой пасты, где спрашивает это. По-моему, перезачет или что-то такое преподавателя, в общем-то, нет. Они уверенно подходят, спрашивают, можно ли освободить исключение. Мы им уверенно отвечаем нет, они знают, что мы от этим нет. Они подходят потом снова. Так будет продолжаться, пока кто-то не сдастся. Мы не сдадимся. Итак, наши экономические реформы закончились. Лучшее общество для всех. Бедность потихоньку будет падать. И да, она действительно начала падать невероятно. Наконец-таки. Это очень большая проблема наша сейчас. Ну и сейчас будем. Да, нужно поддержку палаты перов потихоньку увеличивать. Будем пытаться как-то это все победить. Ой, мы теперь можем отправить добровольцев в Индонезию. Ну, пока что там нету войны. Но как она появится, мы будем готовы. И вот он, конфликт обостряется. Мы можем туда что-то дальше отправлять. Разведка, стабильность. Наверное, да, но давайте посмотрим что-то более полезное. Это все у нас увеличивает недовольство. Мы не хотим увеличивать недовольство, очевидно. Да, о. Вот это нас. Это нас устроит, я полагаю. И. Вот смотрите-ка, наш рост ВВП повышен, и их повышен. Давайте-ка, этому тоже можем сделать. Как бы в целом, я полагаю, что мы просто добровольцами сможем победить без особых проблем. И нам сильно помогать им даже нет смысла. Так что только то, что дает нам бафы, либо как бы дает какие-то бафы им, но у нас никаких проблем от этого не. Получается. Смотрите, мы можем бомбить всякие страны вот здесь вот. Но как будто в этом нет смысла, особенно пока здесь нету боев. И началась еще одна ложь. Да. Две дивизии можно брать и два авиакрыла. Ну что ж. Я полагаю, это будут наши морпехи. Все-таки здесь очень много проливов вот этих вот. Танки в этих проливах просто не могут воевать. Ну там у них дебафы 99%. Давайте. Так что мы отправляем туда наши штурмовики. У нас еще два. Господи, как здесь цвета ужасно выглядят. У нас две группы авиаштурмовиков. Так что отправляем их. И очень-очень сейчас будем им помогать. Нашим союзникам. Ну и да, можете посмотреть на цифры. Цифры просто, ну, гигантские. Здесь куча урона. Там какая-то, не знаю, гражданская война будет, видимо, в Испании очередная или что. Так или иначе, можем еще, кстати, сделать бомбардировки вот сюда.
Все, мы наша бомбовая мощность закончилась. Так или иначе, да, авиация должна помочь. Тем временем наши морпехи будут сейчас здесь действовать. О, можем еще делать морскую бомбардировку, кстати. Давайте, почему бы и нет. Здесь у нас также появились новые кнопочки. Жестяк, добровольцев, я думаю, нам хватит. Это тоже бомбардировки и так хватит. Разрушителями не стоит. Борьбу с бандитизмом. Ага. Ну, слушайте, есть какое-то сильное недовольство, звучит не совсем как бандитизм. А базовая поддержка войны, прорыв, это звучит полезно. Просто давайте вот это, наверное, нажмем. И на этом пока все. Ну да, под авиацией просто мы легчайшим образом побеждаем везде. Все-таки то, что они разрешают нам авиацию сюда посылать, но это соло выигрывает вообще все абсолютно. Ну, ни шанса не оставляем мы, что урон просто гигантский. Я уже тут вижу американских добровольцев. Причем пойти, кстати, можем отправить в каждую марионеточку добровольцев. Ну, как марионеточку, каждого союзника, конечно же. Но я не буду, потому что мне впаду. Это объективная причина. Ну и с поддержкой авиации мы просто здесь все разбиваем. Смотрите-ка. Письмом у них что-то хотят попросить. Хотят они получить от нас оборудование. Плохое либо хорошее? Нет, ну давайте современное. Надеюсь, что они там не станут внезапно слишком сильными. И в теории могут, на самом деле. Но, опять-таки, мы развиваем какое-то такое демократическое, либеральное паназиатское сообщество, я бы сказал. Поэтому пускай, пускай. Я здесь вижу американцев, а значит, что нам, конечно же, стоит вайпнуть их дивизии. А то что это они тут попридумывали? Нет, нет, вы тут нам в Азию не лезьте. Ну и да, три дивизии в итоге в сумме вайпнули. Здесь уже закрыли полностью восстание. Остается лишь с этими островами разобраться, что мы сейчас легчайшим образом и сделаем. Итак, у нас тут есть перепутье. Если тут мы согласились с силой целостность, именно нашу партию первой поставить, то есть можно сделать краски коалицию, либо пойти в одиночку. И это повышает нашу силу здесь. По факту, на самом деле, вот этот путь выглядит мне выгодным, более выгодным. Но это значит, что мы будем какими-то компромиссами что-то там работать, да. Но мы не можем никакие компромиссы себе позволить. Ифония должна быть реформирована полностью все-таки. Нам надо очень нажимать вот эту кнопку, чтобы палату пэров обратно вернуть в нормальные цифры. Но тем не менее, да, мы не можем себе позволить чужим партиям тратить наш прогресс. Ведь они все коррумпированы, они все только за свои интересы стоят. Как говорится, они все в чем-то кармане. Долина Мертвецов, смотрите-ка. Гайтана, Новая Гранада. А. Так, гражданская война в Колумбии. Ого, наше влияние аж до сюда доходит. Слушайте, ну это, вот это уже можно считать немножко, скажем так, каким-то нашим проникновением в чужие интересы. Но нормально. Я так понимаю, вот эти ребята. Да, именно они и представляют наши какие-то силы здесь. Мы, я думаю, попозже мы отправим, конечно же, поддержку в виде добровольцев и авиацию, но пока что начинаем им как-то помогать. Ну что ж, построить укрепление звучит полезным, особенно учитывая то, что это только требует командные очки. А какие-то дивизии можно им спавнить, звучит неплохо. Профессиональных военных стабилизировать. Новый грант это звучит... Да, у них есть некоторые проблемы со стабильностью, определенно. Организовать это им или нам? Выглядит как будто это нам. Не, кто-то нам мешает. Поддержка от японцев, давайте-ка. Блин, ну это бесполезная поддержка от японцев. Это полезная поддержка от японцев. Давайте им дивизии заспавним еще. Стабильности дадим. Вложимся. Это выглядит как будто это баф нам. Не знаю. В таких случаях не будем нажимать. Но все, что можем туда закинуть, закидываем. Ну, я понажимал все, что мог, и у нас все еще есть решение стабилизировать их, но здесь базовое значение уже 100, поэтому наши никак, ну, наши как-то воздействие ничего не сделают вообще. А вот эти кнопки можно улучшать. В принципе, давайте, да, будем улучшать. И нам прямо сейчас не хватает 0,5%, чтобы быть уверенным, что следующий законопроект будет принят. Это грустно, но по идее мы еще успеем нажать один между. Так, все были в восторге, это что такое? Не очень уверен, но в любом случае Индезия побеждает повстанцев, пока только мир.
Силы реформистов, поддержка, но нету поддержки пэров. Вот на это я тоже надеялся, что можно дадут пэров, и как бы будет норм. Но пэров не дали, увы. Мы можем взаимодействовать, типа, можем уменьшать кому-то, а можем повышать себя. И... Да, менее эффективно, если мы имеем слишком много. То есть, типа, те, у кого все более-менее хорошо, на тех и нужно давить. Но мы и так получили абсолютное большинство, кстати, сейчас. Так что у нас карточный домик снизит на 10%, но ничего, неплохо. Ну да, получили еще больше силы. Вот смотрите, тем временем туда, видите, помогают им Бразилия. Этим, наверное, может Америка. Ну да, вон там Америка еще что-то дает. В общем, тоже все пытаются помочь, но наши морпехи, которые я уже сделал очень хорошими, я им еще поставил помощь с вертолетов, в общем-то, они теперь выглядят очень солидно. Я думаю, они там совсем разберутся. Ну и пока законопроект парламент направился, будет сейчас здесь приниматься. Видите, да, 0,5% не хватает. О, господи, как же у нас депутатов много. И все наши. А мы вот как раз и добиваем. Шикарно, слушайте. Местная поддержка. Добиваем еще. И вот у нас стабильность идеальная в стране. Конечно, а партия одна. Как говорится, ноль диктатуры, ребята. Просто, ну, наша партия имеет абсолютное большинство и может любой законопроект продвигать самостоятельно. Ну, как бы, да, видите, нужно 233. У нас 266 депутатов. Там не все поддерживают, но это надо улучшать отношения. Но в целом, теперь, да, мы имеем абсолютное большинство. У нас однопартийное демократическое государство получается, ребята. А минусы? О, смотрите-ка, Рим хочет с нами подружиться. Я не против. Вы тоже демократы. О, смотрите-ка, а теперь итальянцы хотят тоже Италию к себе позвать. Мы, конечно же, должны быть именно теми, кто пригласит их к себе. Блин, мне кажется, теперь мы что-то будем предлагать. Они возьмут и то, и останутся нейтралами. А может и нет, скоро узнаем. А еще мы теперь будем бороться с коррупцией. Причем у нас есть два варианта. У нас есть бесправо на ошибку, это мы будем просто все вычищать, либо какие-то целевые удары. Слушайте, я думаю, давайте бесправо на ошибку. Мы должны полностью все вычищать. Здесь очень сложно понять, что действительно лучше, потому что здесь, видите, и там есть какие-то выборы. Как бы общий выбор и еще внутри подвыборы. Так. Начинается ли здесь война? Еще пока нет, но мы готовы. Риска битва за Италию идет. Да, чрезвычайная важность. Это правда. И законопроект принят парламентом. Сила реформистов увеличивается, консерваторов увеличивается. Мы с ними такой небольшой альянс сделали. Активность политики в однопартийности, стабильность увеличивается. Прекрасно. Да, вот это вот теперь прекрасно. О, смотрите-ка, можно инвестировать. Да, Италсфера получит баф, а Япония получит доход. Смотрите-ка, можем инвестировать. Давайте. Почему бы нет? Смотрите-ка, без парламента. И да, коррупция действительно везде. Ну что ж, начинаем с концернов. Админ эффективность и научно-исследовательская эффективность. Это нам надо. Вот так, тут есть новые кнопочки. Давайте начинаем новые контракты заебаться. Будем потихоньку пытаться к себе перетянуть Италию. Деньги просто приходят и уходят. Да. Ничего, мы совсем разберемся. Теперь дальше чистки в правительстве. Смотрите-ка, германский рейх установит установки для ракет на островах. И что мы такое осуждаем? Так, да, кто-то перестает нас поддерживать, но улучшается, мы разбираемся с коррупцией. Америка бежит в каком-то вопросе. А, допустим, не знаю, я еще понимаю, вроде как... Ладно, может, они чуть-чуть туда, ближе хз. Но я как будто что-то нажимал, у меня других вариантов особо и не было, что еще можно было нажимать. Или там в Китае какие-то еще бандиты что-то делать. Ну, куда тоже надо будет там помогать. Да, если мы можем отправлять еще в Китай что-то. Конец, рейхс, что-то. Допустим. Жаль, похуй. И мы теперь еще Китай будем что-то помогать. Но нам бы с Италией что-то помочь, как я понимаю. Смотрите, тут было написано, что итальянскому просто не дали... Точнее, там, в Японии они дали 5 баллов, а США 1 балл. Как, блядь, работает эта механика? Какая-то механика говна, если честно. В принципе, какой мод такие механики, кто бы сомневался.
И по коррупции мы идем в армию. Надо армию полностью избавиться от коррупции. Все-таки у нас тут скоро учения. Надо к ним быть готовым. Еще мы, кстати, делаем этот законопроект. Может, он нам еще даст немножко политки. Но политки категорически не хватает. Прямо надо вот эту кнопочку нажимать, если выбирать, сколько мы что куда инвестируем. Но по факту мне нужно успевать снижать, получается, американское влияние и повышать свое. Но политка сказала реально увы. Тем временем здесь вообще просто буквально ничего не происходит в Колумбии. Я так, то есть, я не знаю, это забагалось, может, не забагалось, может, надо подождать, но ждать чего? Этим понятно. Окей, мы побеждаем вопрос, я понял. Короче, рандомную цифру выбирают итальянцы, наверное, как это работает. Соответственно, потом Америка выбирает цифру, мы выбираем цифру. И надо, чтобы наша цифра, видимо, была больше американской и, как минимум, наверное, итальянской, видимо, как-то так. Ну и да, законопроект дает политку. Ура. Итак, в Китае там какие-то проблемы начинаются. Да, война, видимо. Блин, было показано, что он чат кайши. Но нет. И если им нужна будет помощь, они позовут нас. Ну что ж, окей. Тогда они должны будут отдать нам больше влияния. В принципе, пехотку мы им и так можем подправлять. Это небольшая проблема для нашей экономики. Ну да, вот на административную эффективность, а это как раз отображает как бы коррупцию какую-то. Мы очень быстро сейчас улучшаем, и ну тут такие неплохие дебафы висят. И это все пройдет потихоньку. И мы отовсюду подзывали ненужные гарнизоны, на которых просто лили бабки по факту. Ой, смотрите, теперь мы можем в Азанленд. Так, мы побеждаем в этом вопросе. Хорошо, мы да. Я примерно понял, как механика работает, поэтому мы начали побеждать и, наверное, победим. Теперь мы можем где-то здесь тоже поучаствовать. И, ну, конечно же, мы поучаствуем. И наши ребята это вот эти. Интересный выбор. Ну что ж, давайте так и сделаем. Можем бомбардировки всем сделать. Я в целом не против. Можем отправить. Блин, ну видите, отправлять им туда снаряжение. Стоит политки. У нас политка нужна сейчас на Италию. Пока что не можем это сделать, может попозже. Но можно отправить от добровольцев. Две штуки, но ноль самолетов. Ну что ж, отправляются то наши элитные войска. Я думаю, без проблем они здесь справятся. Ну и у нас появились некоторые технические силы, поэтому давайте-ка, да, пробафаем японскими советниками, техническая помощь. Не уверен я, что у них много заводов, но... Да, у них ноль. Нормально, нормально. Ну, смотрите, просто что происходит, господи, посмотрите вы. Look at this dude, блин. Форсирование реки дает им плюс 67 атаки. Вот что значит морпехи. Да. Морпехи через речку атакуют лучше, чем просто. Потому что речка дает им силу. Они пьют воду, байкальскую. Ладно, это я, наверное, откуда-то не оттуда. А, и тут еще вот здесь тоже противники. У нас... Мы можем наступать в любую сторону, потому что мы окружены прекрасно. Ну и наконец-то, вновь восходящее солнце. Поддержка вся растет, сила нашей партии растет. Политочка, поддержка армии растет. Прекрасно. Да, солнце восходит, причем очень-очень высоко. Профицит, долг потихоньку выплачивается, ВВП растет очень хорошо, все шикарно. Давайте сделаем ядерные реакторы, потому что, а почему нет? Ну вообще, мне просто не очень, я уверен, что мне еще строить. Мы тут вроде что-то строим. Как, ну, эффект от этого есть определенно, у меня политка вон теперь побольше прорастает, там исследования чуть быстрее туда-сюда. Давайте что-нибудь поинтереснее построим. Здесь мы побеждаем во всех вопросах, и, в общем-то, судя по всему, Италия в нашу сферу успешно пройдет. Да, мы укрепляемся в Европе. Шикарно. Итак, мнение императора нашей администрации изменится. Еще плюс, хорошо. Прекрасно, да. У нас только победы. Давайте займемся образованием. Теперь, смотрите, здесь с бедностью будем бороться мы. И улучшать образованность, исследования, бафать. Я думаю, это чуть-чуть важнее, бедность и всякие вот эти бафы пополучать. Давайте... В первую очередь, все наукой. И здесь есть разные приоритеты. Равновесие. Либо в какую-то сторону. Сейчас посчитаем все и узнаем. И наконец-таки здесь началась война. Конечно, война это плохо, но ждать ее тоже немножко это... Немножко надоело. Аэродром расширяем обязательно. Советников посылаем обязательно. Техническую помощь отправляем. А это мы сейчас... Тестирование. Не очень понимаю я, что это значит. В любом случае, мы туда можем отправить добровольцев, нет? А, мы туда не можем отправить добровольцев. Ладно, тогда нам действительно стоит это вот решение
На добровольцев сделать. Да. Теперь можно отправить 3 тела и 0 самолетов. Самолеты тоже нельзя отправить грустно, но, как вы видели, наши просто элитные войска 1. Не так посмотрим. Ладно, один так один. Даже один у нас японец, это уже в поле воин, так что мы исправимся. И значит, у нас есть вариант вот это промышленность и экономика. Это что-то посерединке, это дает нам в основном пафы на армию, как ни странно. Исследования всякие такие. А здесь у нас просто инвестиции во все подряд. Как бы. Ну, я подозреваю, что давайте, наверное, просто пойдем в промышленность, потому что это выглядит достаточно нормальным и неплохим. А здесь просто посмотрите, как, ну, мы просто идем, что-то появляется, оно просто сразу испаряется, и мы идем дальше. Будто там ничего и не было. Прекрасно. Здесь, в принципе, ну, примерно то же самое. Мы что-то видим, мы заходим в бой, и оно просто тоже сразу испаряется. В общем-то, шикарно. Это еще даже самолетов здесь нет. Но здесь цифры, очевидно, сломанные. Как бы, особенно с ишками, которые не могут ничем пользоваться. Это получается вдвойне как-то сломано, я бы сказал. Еще в Анголе гражданская война. Вот этих ребят мы поддерживаем. Да, я так понял. Но там какие-то социалисты, мы действительно поддерживаем социалистов. Видимо, да. Ну да, вот у нас ивентик про Анголу. Слушайте, мы туда технически тоже можем отправить добровольцев. И в целом, фактически, почему бы и нет? Почему бы и нет? У нас все еще есть эта сила. Я переконвертировал вовремя нашей дивизии. Так, было... Это, мне кажется, оно пересчитывается на ходу, ну ладно. В любом случае отправляем. Да, вот две дивизии наши толкают 10 этих дивизий. Прекрасно, тут еще атака через реку, и у нас... Блин, ну реально, геймплейный мод очень сломанный, конечно. И, если честно, все вот эти механики каких-то таких войн небольших, и как бы каждый поддерживает свою сторону, свою державу. Неплохо, неплохо. Но если бы это все не было приправлено вот этим вот отвратительным интерфейсом, конечно, к нему привыкаешь через какое-то время, но он от этого не становится менее отвратительным. И куча текста, который, ну, очень много где абсолютно лишний. И я вижу здесь американцев, значит, мы идем их вайпать. Так, тут перестраиваем Токио, и нам предлагают компромисс, либо разгонять. Ну нет. Мы решили не действовать как до этого, действовали все в Японии, поэтому мы не разгоняем, а пытаемся какого-то компромисса достигнуть. И также давайте-ка улучшаем эти инфраструктуры. Я вот не помню, мне кажется, может она как-то на ВВП влияла, а может нет. В любом случае строить в этом моде особо и нечего. Можно верфи строить, но как бы я не вижу, когда и где мы бы воевали на море, так что вряд ли. Так что да, давайте построим инфраструктуру, почему бы нет. Еще у нас вот здесь вот снабжение багнулось, из-за этого мы не можем... А мы еще и вернуть добровольцев не можем, да? Ой, это неприятно. В общем-то, у нас эта дивизия не пополняется, и это действительно грустно, потому что, ну, сила у нее снижается. Она все еще представляет себя нормальную боевую единицу, но мы теперь обязаны полагаться на местные силы какие-то. А они слабенькие. Как бы. И я даже не могу перепризвать, чтобы она пополнилась у нас дома. Это прям, увы, только если распустить, блин. А хотя нет, смотрите, ладно, все пофиксилось. Слава богу. Опять разгон, либо договориться. Нет, сила в единстве. Мы все-таки действуем как-то более открыто. Пытаемся договориться с людьми. Да-да, ну я же сказал, выслушаем. Каждый раз заново надо говорить. Иская молодежь выросла в комфорте. Ага, но они верны. Это главное, чтобы верны были, это правда. И, наконец-таки, повышение административной эффективности и профессионализма армии. Шикарно. И это не предел, мы и дальше будем расти. Ну и везде у нас наши добровольцы очень хорошо работают. Здесь окружают, ребят, здесь окружают. И здесь. Япония будет в мире главной силой, главным гегемоном. И приходит новость из Китая, что они там подавили восстание. Прекрасно. Смотрите, можем позже заебаться, либо Кейрецу. И здесь видите централизация экономики, вот это все. Ну нет, нет, нас это не устроит. Нас это не устроит, это... Мы только назад отойдем, нет. Конечно же, сюда. Децентрализация, либерализация, все это. Здесь мы вайпнули американские войска. В принципе, во всех странах вот-вот уже будет конец войны.
Или мы здесь административные расходы снижаем, потому что у нас и так налог облагается. Мне казалось, что все, но нет, видите, есть разница, окей. Да, как-то вот, хотя в принципе да, можем себе позволить небольшой минус работать. Нас все устраивает, рост ВВП все еще хороший. Тут расходы повышают, но здесь видите пенсии, безработица, образование, здравоохранение. Это все, по идее, тоже в дистанции работает на нас, так что нормально. И новая Гренада, так называемая, все это выиграла, прекрасно. Там мы победили, Ангола сейчас тоже здесь победит. Ну и тут тоже, уже мы почти что идем на штурм столицы. И Ангола тоже победила здесь. Шикарно. Ну и они присоединяются к нам, да, там рост ВВП. В общем-то, экономически мы все лучше и лучше себя чувствуем. Наша экономика все еще вторая, не первая, но неплохо, неплохо. И здесь тоже война закончилась. Вот везде мы и отвоевали. Крайне успешно. Можем немножечко пока передохнуть. Отлично. Начало опиумной войны Лаоса с кем-то еще. Что ж, я думаю, это можно было завершить нашу текущую серию. Мы очень неплохо расширили наше экономическое влияние. Во всех конфликтах мы побеждаем. Имеется вот такая штука. Эти конфликты что как. И во всех у нас победы, причем хорошие. Германия мало где побеждает. Но что-то да. А у Америки вообще одни поражения. Ну тупые, как говорится. И правильно говорится. Так что да. Экономика. Ну и вот единственное, не обгоняет нас пока по экономике. Армия мы просто особо-то и не ставим. В теории мы могли бы сделать гигантскую армию, но смысл ее содержать в мирное время, а смысл отсутствует. На этом подзавершим. С вами был ТопГей. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твитч, скоро будет все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.